субботу в Самарской области ожидается комфортная теплая погода. Небо будет ясным, без осадков. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани ясное небо, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 15, северо-западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 22, ночью 16 градусов выше 0, ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, в дневное время плюс 23, ночью 14 градусов выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 41%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.